Доброе утро, мои дорогие. Полчаса в пробке. Это вообще. Эти люди, не знаю, тоже, наверное, идут. У нас сколько. Все, я иду. Ой, хорошо, что я пораньше вышла. Это вообще. Я так не хотела рано выходить. Так что пришлось. И хорошо, что я вышла. Я уже стояла в пробке возле музыкальной школы. Я уже думала выйти. Там одна девушка просила, откройте, откройте дверь. Нет, он не открывал. Уже туда ближе к светофору. Когда уже увидели, что такое творится, он все-таки решил открыть дверь. И уже вышли, кому надо было. А я тоже думала и раздумывала, выходить, не выходить. Я бы уже, наверное, быстрее бы дошла бы пешком. Смотрите, сколько людей. Что-то я нажала и приостановилась съемка. Посмотрите, что здесь творится. Сколько людей возле театра оперы и балета. Да. Так я не понимаю, будет здесь или нет. Смотрите, что творится. Ничего себе. Да, вот этот парень. Может, потом узнаю, где эти все вот эти протесты, на каких сайтах искать, что когда будет, чтобы быть в курсе. Никто не знает из вас. Так, я не поняла, здесь или не здесь. А здесь будет или не здесь? А, не знаешь? Парень не знает. Смотрит на меня. Смотрит на меня. А здесь будем... будет или нет? Я хотела узнать, здесь будет или нет? Не будем, или наверное, идти. Возле нет, туда, мы да? Не мы не знаем. А, не знаете? Не никто ничего не знает. Все пришли, но никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Сейчас так пройдусь, покажу. Народ. Сказали, что вроде без флага, без... А вы не знаете, здесь будет возле театра оперы и балета или туда, к парламенту? А? Здесь, да? Вы не знаете? Ну, где будет протест, митинг? Здесь или... Тоже не знаете. О, здрасте. Марина Талкина поздоровалась со мной. Так, это получается что? Это партия ШОР? Возрождение. А, возрождение там. Возрождение там. Ладно. Наверное, и там, и здесь. Ну, сейчас посмотрим. Уже буду тогда. Есть, может быть, они отдельно. Но, наверное, нет. Скорее всего, что вместе будут. Посмотрим. Все, всем хорошего дня. А, там уже что-то идет, уже кричат. Иду я туда. Все, бегу я туда. Все, всем хорошего дня. Смотрите. Смотрите, подписывайтесь. Смотрите до конца. Все. Показываю еще раз.